Кстати, паук ты не дожил, его зафигачило что-то. То ли эта палка упала, то ли ветер, и он зафигачился почему-то, видите, да? Вот, что-то произошло, и паук зафигачился. Вот, фиг знает, что такое, да, но он совершенно мертвый, да, и ни одной мухи, судя по всему, так и не поймал. Вот такие вот дела. Зря я сказал, что этот паук умер. Вон он, ожил. И готов плести еще одну паутину. Раз от этой нифига не осталось. Представляете? Вот. Да чё, странная природа, да? Все равно выживает в любом случае, чё бы ни произошло, да? Что-то случилось с его паутиной, да? Вот эта, может, палка упала, на которой она держится. Но он сейчас плетет новую, он собирает старую. И сейчас он будет плести новую, вот. Офигеть. Не встать.